Ты богатый, респектабельный человек. У тебя большой дом, дорогая машина, 2 билета на Кубу. Нет? Тогда, сука, работай, не шляйся по интернету! Счастливого рабочего дня тебе. Ну что сказать? Грубо, но правда. Полезный ролик. Лично мне очень помогает. Я знаю, я военный человек, я знаю, что такое дисциплина. Без дисциплины бизнес не сделать вообще никакой. И вообще ничего без дисциплины, без способности себя заставить делать то, что нужно, даже не рассчитывая, нету шансов. А сколько мы потратили часов, дней, недель, месяцев, а то и лет, болтаясь в интернете, тупо уставившись в этот экран, понимая, что нужно делать совершенно другие вещи. Нужно делать те вещи, которые ведут тебя к результату, к деньгам, к успеху. А мы теряем время в пустой болтовне. Не хватает самоорганизованности и дисциплины. И силы воли здесь недостаточно. Не о ней идет речь. Речь идет о самом важном и о самом главном. Хочу вам сделать заявление. Если у вас нету достаточно мощной цели, мечты, если в вас не горит огонь, если вы не вдохновлены каким-то замыслом, какой-то идеей, если у вас нет мечтания, желания, страсти, и вы не жаждете прийти к какому-то результату, и не думаете об этом безотрывно круглый день, никакая сила воли вам не поможет. Никакая организованность, даже не рассчитывайте ни на что. Поэтому колоссальным элементом, частью, огромным куском твоего бизнеса, твоей работы – над построением своего дела, является способность возродить в себе, разжечь, вернее, раздухарить, я не знаю, что сделать в себе огромный огонь, огромную мечту, огромное желание, страсть. Нужно все время об этом говорить, все время об этом думать, нужно рассказывать всем своим близким, всем, кто тебя понимает, кто ценит, кто любит, с кем ты можешь поделиться, рассказывать, что будет, когда ты придешь к своей цели. Как ты достигнешь своей замечательной мечты, как ты будешь выглядеть, как ты будешь себя чувствовать, как будут гордиться тобой твои дети, твои родители, как это все будет здорово, где ты будешь жить. Все вот это надо пережевывать, перемалывать, пересказывать, заставить себя видеть во снах, смотреть всякие картинки, фильмы, все время на этом концентрироваться, завести альбом, что угодно делать. Пока ты этого не сделаешь, никакой силы воли, никакой дисциплины не будет. И тебя будет, надо будет все время вот так слушать вот эти унизительные крики из всяких мультиков. Они рождаются не просто так на голом месте, они рождаются из потребностей людей. Люди нуждаются в пинках, а нужны не пинки, нужна мечта. Все, кто пришел к успеху, имели мечту, все имели страсть, все хотели, мечтали, желали. Верили, надеялись, долбасились только ради одного – прийти к цели. И когда тобой двигает мечта и цель, когда внутри тебя есть нечто, особая энергия, которая называется желание добиться чего-то, и когда ты знаешь точно, и когда ты визуализировал и видишь, как это уже выглядит, тогда у тебя колоссальный шанс. В противном случае – проболтаешься в волнах интернета и так ничего и не добьешься. Поэтому вперед! Мечта, цель, дисциплина, результат. Удача, успех, богатство, счастье и возможность помогать другим. Удачи вам!